Привет всем. Сейчас мы пожмем по такому типу гриф на 10, добавляем десятку 30 на 9, добавляем еще десятку на 8. И так до разового жима 120. А между подходами и жимами будем делать плечи сидя, гантели в сторону, бицепс и пресс. Боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры, нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена, хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции, выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки, лучше нет потенции, чем после тренировки. Капа перчатки, шингерты, борцовки, время занятий, физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, брусья, турники — лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так вот живут кто у них. Слабого звена здоровья беречь с молоду, плевать на моду, умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга, но лучшая девушка — это спортсменка. Поразить по скалам или горам, бег по утрам или вечерам, много всего, если есть энтузиазм, несмотря на массовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ — это наша норма, хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры, нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена, хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции, выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки, лучше нет потенции, чем после тренировки. Капа перчатки, шингерты, борцовки, время занятий, физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам
и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало. Как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, Буся, турники. Лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена. Так выживут, кто у них слабого звена. Здоровье беречь с молоду, плевать на моду. Умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга. Но лучшая девушка это спортсменка. Поразить по скалам или горам. Бег по утрам или вечерам. Много всего, если есть энтузиазм. Несмотря на массовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ это наша норма. Хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало. Как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало. Как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало. Как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало. Как прежде в теле хоть и многое бывало. Let's check.
Everybody wants your body, so let's check. I want your body, everybody.
Everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. Check. Let's check. Everybody wants your body, so let's check. Let's check. Check, 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 check.
довольно легко. Даже симпровизировал, обратно сделал лесенку без упражнений. Сейчас сделаем то же самое, только с приседом. Также добавляем и также сделаем пресс, трицепс и тягу в бороде. Боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена, хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки, лучше нет потенции, чем после тренировки. Капа перчатки, шингерты, борцовки, время занятий физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, Буся, турники — лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так вот живут, кто у них слабого звена. Здоровье беречь с молоду, плевать на моду, умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга, но лучшая девушка — это спортсменка. Поразить по скалам или горам, бег по утрам или вечерам. Много всего, если есть энтузиазм, несмотря на массовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ — это наша норма, хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура, дело спортсмена, хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки, лучше нет потенции, чем после тренировки. Капа перчатки, шингерты, борцовки, время занятий физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, Буся, турники — лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так вот живут, кто у них слабого звена. Здоровье беречь с молоду, плевать на моду, умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга, но лучшая девушка — это спортсменка.
бродить по скалам или горам, бег по утрам или вечерам. Много всего, если есть энтузиазм, несмотря на расовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ — это наша норма, хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю. Этим треком нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Check.
Единственное, что к борде было тянуть тяжеловато. Поэтому проходку сделали на 150 на раз. Так, гнет спину. Сейчас еще отожмемся с блином. 3 подхода. И все на сегодня.